Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и скульптуры. «Двое в проходе» Эдвард Хоппер, 1927 год, холст масла 102×122. Эдвард Хоппер – представитель американской жанровой живописи. Созданная им художественная манера с лаконичными формами и выразительными композициями, по преимуществу состоящими из небольшого числа персонажей, часто одного или двух, которые не взаимодействуют друг с другом. Этим персонажам противопоставлена пустота свободного, незаполненного пространства. Этот стиль позволил считать его произведение манифестом отчужденности, невозможности истинного глубокого взаимопонимания между людьми. Даже изображая сцену в театре, мастер выбирает сюжетом не выступление актеров и не толпящийся в фойе во время антракта зрителей, а лишь начавший заполняться людьми зал перед началом спектакля. Каждый из трех персонажей, присутствующих на картине, существует в собственной отдельной вселенной. Женщина, изучающая программку, сидя в ложе, и пара людей, пришедших вместе, но также лишенных единения по образному решению художника. Благодаря композиционной структуре работы, зритель может почувствовать себя еще одним посетителем театра, на секунду задержавшим взгляд на происходящем при входе в зал. «Двое в проходе» – первая известная картина Хоппера, посвященная теме театра, к которой он будет неоднократно обращаться впоследствии. Вот такое описание к работе Эдварда Хоппера, 1927 год, «Двое в проходе». Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.